Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня актуальная тема — боли в пояснице. Частенько люди жалуются на проявление всеразличных болей в пояснице. Почему всеразличных? Потому что боли в пояснице может начинаться с ноющих болей, с колющих, уже состоявшихся, хронических, с острых, стреляющих, тянущихся. Вот, потому человек начинает, конечно же, что себе говорить? Это остеохондроз. Это уже преклонный возраст, это уже начинает, скажем, это где-то я потянул, это уже начинается формирование тех или иных хронических заболеваний. Итак, чем можно помочь на первом этапе? Помните, уважаемый зритель, что боли в пояснице чаще всего — это наш физический мир. И вы его точно так же должны содержать в норме. Есть такое, скажем так, преподавали в школе вот такой хороший урок. Кто с этого урока, конечно, вынес урок, то молодец. Физкультура, физическая культура. Поэтому, уважаемые зрители, если вас начинает одолевать боли в пояснице, физкультура у вас должна быть на первом месте. Первое. Турник вам в помощь. Только, пожалуйста, на турнике не надо цепляться за турник и пытаться повисеть, что вот мы там в лекции услышали. Вы должны повиснуть на турнике, при этом расслабиться. Расслабиться. Вот в чем, скажем так, секрет помощи турника при всеразличных болях в пояснице. Это импликатор Кузнецова. Великолепная вещь. Дай Бог здоровья Кузнецову, который создал этот импликатор. Где каждый может себе за копейки позволить что? Профилактику своего здоровья. Смотрите, как просто. И, пожалуйста, лежать на этом импликаторе Кузнецова. Для профилактических целей. Это, конечно, всеразличные массажные действия. Сейчас это везде есть. Ну, конечно, тяжело найти массажиста, который будет знать, прежде всего, откуда, скажем так, начинается болезнь. То есть начинается боль в пояснице. А то у нас все массажируют поясницу, а те меридианы, которые начинаются на нижних конечностях и контролируют поясницу, почему-то они не массажируют. Потому вот следующая, последняя подсказка — это обязательный массаж точки с помощью спичек. У нас есть это видео, пожалуйста, не поленитесь, найдите, прежде чем осуждать меня. Точки V67, G-IN. Вот эту точку нужно частенько по утрам, здесь мы повторяем, по утрам массажировать данную точку, хотя бы 20 нажатий с правой стороны и с левой стороны на данную точку. Пожалуйста, внимательно смотрите наши видео. Ну и, конечно же, чем нам может помочь тройной обогреватель? Тройной обогреватель контролирует и ведает всей энергетикой, это раз. Второй, он контролирует грудную, брюшную, мочеполовую систему, но точно так же он контролирует верхнюю часть спины, среднюю часть спины и нижнюю часть спины. Потому если есть боли в нижней части спины, в данном случае в пояснице, данная точка Т6 G-GOV тонизируется, активизируется, стимулируется. Для чего? Для того, чтобы привлечь в нее энергию ЦИ, чтобы эта энергия ЦИ что укрепила за то, что отвечает данный меридиан. А он отвечает за иммунитет человека. Спасибо за внимание.